поехали. 230. О, ванап. Да ты безумный. Ванап и дата минер. Нет, я не буду ломать терскап. Что, больной? Я что, похож на больного? Будто YouTube стрик играем, нам поебать. Мы не уязвимы. Мы не можем умереть. У нас YouTube стрик. Никто ничего не видит. Иди сюда. Бля, он тупой, у него головы нет. Иди сюда. Там таблетка золотая лун. Тоже вариант. Ой. Ну-ка. Ну-ка. Все, пора. Перестать, да? Наверное, пора. Ой, блядь. What the f... Wait. Я пошел, пацаны. Ну-ка. 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 Ну, мы немного потеряли в тирете и проебали два айтема. Но это похуй. Да, это на планетаре, очевидно. Ой, кстати. Удобно. О, плюс глаза, хорошо. Я снова вижу. Решил их обнулить. Возможно. Но не факт. Просто это. Тестим судьбу. Проверяем ее на прочность. Что я делаю? Найт бомбы. Стой. Нормально. А ты иди сюда. Нормально. А, кстати, реально, у меня три мухи уже, нифига. А где мой билзбаб? Ладно, он не дает, видимо, билзбаб. Грустно.
Лол. Планетарий снова. У нас будут прям совсем, да? Планетарии. Мультики? Походу мультики. Похоже на мультики. Худшая версия босса. Мультики я посмотрю. Я постараюсь. Я правда постараюсь их посмотреть. Нет скорость этих тварей. Тык. Тык. Да, не тык. Ой, я беру все здесь. 25. Ну, как если бы не было бы 25. Я тогда точно бы мультики смотрел. А, стоп, оно стоит. Бля, оно стоит. Три синих. Кринж. Дорого, ну ладно. Все, заберу. Мультики. Что это? Это ж не квадшот. Тагадор этот, как его. Интрудер. Да? Да, ну. Да, это вроде паук на голову. Мне он особо ли нужен? По идее норм, наверное, все, типа DPS up. Вроде не квад. Похож было на паука на голову. Который новый айтем. Классный спаун бомбега, спасибо за ту бомбу. Полезно. Спайдербайт. Тоже интересное предположение. Процент, да, пока ты не увидишь планетарий, он остается на максимальном значении, которое было до этого. А потом снова, по-моему, 1% будет. Обнуляется. Не о. Полет. Пофиг. Весел, я и нау. Канал. You know. Friends till the end. Tears. Let's not blow this guy. I wanna see this devil deal. Заберу.
типа квад. Полу-полу-квад. Ой. Да, интрудер это фамильяр тоже. Я его сакрифайсил алтарем. Причем даже в таком состоянии. Неактивном. Вытаскивал, там не было анимации его вытаскивания. Он был удален. С моего билда. Да, лицо становится обычным паук. Как будто его просто и не было. Ну как до пикапа этого паука. То же самое получается. О. Так-то он жесткий, в принципе. Паук. Бля. О! Планетарий? Планетарий. Легоплой. Скип? I mean, I saw the devil. It was a black powder. I guess I just don't care about it. Oh, you mean... Oh, I skipped fucking... Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. I know. Yeah, whatever. It's fine. Yeah, I did skip it. Whatever. It's okay. Not like we need it anyway. Да, я думаю, это будет ран сегодня, по-моему, последний. Беру. Без музыки такой чил. Без музыки ужасно. Особенно мне. Как бы я могу ее врубить, она вроде будет громче этой музыки игровой, но все равно будет не очень. Будет перебивать маленько. Планетария, ну, пока вроде не видать. Пока не видать. Come on.
Потрясающе. А, реально здесь? Стоп. Очевидно. О! Пойдет. Привет, Ульва Задрик. Вен Золи клевые. Такие красные глаза в темноте хорошо светятся. Привет, Кирилл. Спиран вчера нормально прошел. Пиби сделали, но ран говно. Но пиби сделали. Может быть, еще запустим в пятницу. Смотрим. Еще один трай. Шабдон уже нынче не тот, но нормально. Дэмэдж... О, нет, я не беру. С такой скоростью не беру. Маленькая скорость. О, Весл наконец-то, господи. Прокнул Весл. Опять спиддаун. Еще один. ХП маловато. ХП еще меньше. Типа, если умираю, у меня будет пол ХП на респауне. Умирать не стоит. Это не смешно уже. Опять депс один, опять сердце. Игра поломана, что ли? Я уже три сида подряд, по-моему, вижу на депс один сердце. Это странное совпадение. Это очень странное совпадение. Ну ладно. Вана прокает на ком угодно одинаково. Ну, вернее, почти одинаково. Типа, ну тебе дает, сколько у тебя есть контейнеров красных. На момент смерти. У меня сейчас их 0, поэтому у меня будет 0 хп. У меня будет пол хп синего. На респауне. Не, по-моему, там не стартовый хп. А хотя бы же, может, я тоже... Я тоже, у меня уже... Пол хп, полтора хп осталось.
Вот, точно умираем. Нахуй я эту игру сегодня запустил. Что бы он мне дал? Там раз поломанная рума. Планетарий. Какой планетарий? Там был Юпитер. Так уже Депс 2, нахуй я этим сейчас смотреть. Уже этаж последний. То я не думаю. Там же не сердца белые, там просто этот исповедальный. Вряд ли. Хотя может быть, но вряд ли. Не проверял. Так, я видел, там на Депс 1 был планетарий. Там был этот Юпитер. На этаже прошлом. Тут тоже все. Тут уже больше не будет планетариев. Три этаж последний. Почему не дает? Дает. Ты что, троллишь, Скайфокс? Я это через стрим делаю. Ничего они-то не исправили. А, ты не видел-то? Бывает. А чё? Почему не... Не запушилось? Лол, блядь. Окей. И... Полагаю, лучше. Это вот патч новый, наверное, скоро. Сейчас эта хуета закончится с этим форсовалом. Может, займутся делом. Но не факт. Форсол мне никак не интересны карточные игры. Но хороший проект бизнес. Это да. Охуительный бизнес-проект. Ебать, он там денег хуярит, видишь. На этих карточках. По 5 тарума. Не. Чё, ничего. А должен берутся оба это мои тролли. Кашку раздавила, которая давала дэмэдж и хоуминг. Я думаю, там да, там нормально. Пацаны поднимут денег. Потому и говорю, мое почтение. Бизнесмен не по годам. Макмиллу.
Там все же, я думаю, очень некислые там прибыли. Предсходов. Почти пока сходов. Что будет ран последний. Точно лучше. Больше брать не буду, сильно дорого. Так уже хп мало. Ну, удачи. Приятно. Реально то, что я взял на первом этаже, да, прокает. Контракт from below, где я пошел на пол хп в Curse Room, это нехуй делать. Забавно. Куда? Резончик не души. Тут уже нечего смотреть. После Devs 2 уже точно. Тут уже претензии не принимаются. Не ох на босс, я всем там пизды. Лол, удача. Которую я потеряю тут же, и которая мне ничего не даст. Музыка поломалась. ОБС. Мозги мне трахает сегодня с самого начала стрима. Не знаю, как его чинить. Там будто Twitch вот трек поломался. По ощущениям. Кстати, магнит нихера не задоджил этого челика. БТВ. Меня обманули? Или я неправильно сделал что-то? Он выжил. Он не умер. А шипастый я знаю. Мне говорили типа про призраков, что он открывает эти. Что типа челик не загрится. Шипастый я так видел, что он открывает. Это я знаю. Это небольшой плюс магнита. Ну, может там как-то по-разному прокает, возможно. Надо было как-то, может, подойти менее дерзко. Может, я сильно впритык подошел сразу. Тоже может быть. Не спорю. Иди. Какого? Чё он? Блядь, почему эти косы не тушатся? Блядь. Блядь, дамажат, если к ним пойти даже после зачистки румы. Они будут дамажить. Полная хуйня. Это вообще неприятно.
Есть тупики. О, ура. Нашел карту обратно. Тут был? Не был. Сюда. И сюда. Алло. И блин, и все на свете. Прокнуло сразу, ай. Это был блядский спаун. Немножко, немножко блядский. Да ладно. Мы не умираем. Наверное, пошли. Нащупать середину. Ебать, нащупал. НФС в пятницу. Кстати, ты НФС пропустил. НФС был час или около того. НФС маленько был. Это уже конец стрима, лол. Вот это не короткий стрим. Ты, Фокс, отстань. О, синергия с этой фигней тоже есть. Саб 30. Так. Любин кринж.